1939 год. Начало истории представительной власти на Алтае. Съезды советов упразднены, советы нужны на местах. А для этого необходимы народные представители. Их выбрали 24 декабря того же года. Депутатами стало 21 тысяча человек. Большинство из рабочей среды. Агрономы, ткачихи были представители интеллигенции, учителя, врачи. 100 человек по итогу выборов стали краевыми депутатами. Великая Отечественная война, освоение целины, перестройка, развал Союза. Уже в новой истории с появлением ветвей власти депутатам пришлось учиться самим решать проблемы региона, создавая законы. У нас в России еще тогда федерального закона не было. Мы здесь, на территории Алтайского края, приняли закон о развитии сельского хозяйства и, самое главное, о государственной поддержке агропромышленного комплекса. Законопроект, он и сегодня работает. В нем заложено, наверное, главное, это тот процент от доходов бюджета, который у нас должен идти на развитие нашего основного сектора экономики. Это было немного позже. Одним из первых главных документов стал устав края. Депутаты называют его прогрессивным, ведь документ рассматривали в качестве образца на Конституционном суде. Но какими он рождался спорами? Первые депутаты называют те годы временем тяжелых согласительных процедур. Мнений было много. Так большинство мест первого созыва занимали независимые депутаты. Найти компромиссы было непросто. Должен быть и учитель, и врач, и рабочий в соответствии с количеством, и крестьянин, чтобы как бы объемно учитывать интересы всех живущих на Алтайской земле. В 90-х, в нулевые, депутаты поддерживали больницы, дома культуры, школы, особенно в селах. Они учредили статус ветерана труда. И поддержку стали получать не 18 тысяч жителей края, а 500 000. О маленьких и больших победах краевые депутаты говорили на юбилейной встрече. Рассуждали и о новых задачах региона. Все усилия нынешнего депутатского корпуса и депутатов будущих созывов должны быть направлены на улучшение жизни людей. В первую очередь, это самое главное. Через развитие и восстановление алтайской деревни и индустриального облика Алтая, то есть через экономику. В здании, в котором когда-то провели первый съезд депутатов, принимали поздравления поколения народных избранников. Конструктивность, которая есть во взаимоотношениях представительной власти, краевого парламента, со всеми другими ветвями власти и со всеми организациями и органами, с которыми необходимо наладить взаимодействие, позволяет показывать те результаты, которых мы с вами достигаем. Об эффективности говорили и коллеги федерального уровня. В дни юбилеев принято обращаться к истории, вспоминать пройденный путь, анализировать его, отмечать заслуги. И мы с вами в течение сегодняшнего дня вспоминаем, как на протяжении 80 лет представительная власть обеспечивает развитие Алтайского края. И что немаловажно, как мы сегодня видели в фильме, обеспечивает преемственность этой власти. В честь юбилея лучшим законотворцам прошлого и настоящего вручили региональные и федеральные награды и, конечно, памятные знаки к 80-летию представительной власти. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.